Погода преподнесла очередной сюрприз. Обильные осадки превратились в сугробы во дворах и накаты на дороге. С самого утра на улицах Ноябрьска работает снегоуборочная техника. И вроде бы благое дело делают, но водители все равно выражают свое недовольство. Конкретно автолюбители недовольны тем, как ведут себя водители спецтехники. По словам людей, им ничего не стоит проехать поперек дороги или вовсе перегородить движение. Мы решили проверить, так ли это на самом деле. Увиденное мы оставили без комментариев.